А вот, друзья, Рига сегодня. Замечательный день. И уже стало теплее, нежели было вчера. Сегодня уже 10 градусов. Завтра будет 12. 10 градусов – это уже нормальное время. Открыл велосипедный сезон. Вот моя машина. 29 дюймов колеса, пожалуйста. Гидравлические тормоза рассекают пространство. Но я хотел рассказать вам о другом. На самом деле, все ходят, улыбаются. Почему так много людей? Потому что в Риге расцвели сакуры. Подарок японского посольства. Все с ними фоткаются. Вот. Все просто в восторге. Вот. Залезают, фотографируются. На самом деле, действительно такой праздничный день. Здесь иногда можно увидеть шмелей, шмельков. Вот, они разных цветов есть. Есть более красные, есть просто розовые, есть почти белые. Их очень много, и сегодня мы чувствуем себя как где-то на острове Хоккайдо. Я говорю, все сегодня в парке. Очень много собак. Фотосессии. Ну, в общем, так. Солнце пропало. Вот, вы видите, друзья, невесту. Через несколько дней или недель, наверное, у нее свадьба. И, конечно, этого момента упустить нельзя. В таком красивом платье, друзья. Вот снова наша невеста. Есть ли в Москве у вас такие невесты? Такие прекрасные невесты. Даже не знаю. Может быть, только в районе Зюзина. Такой легкий джаз с минусовочкой, и по-прежнему продолжаются сакуры. Чуть дальше озеро такое небольшое, которое было 8 месяцев подряд замерзшее. Ну а здесь шампанское, в принципе, небольшое пати, типа позовем, это называется, позовем Гунтиса и устроим сегодня день весны. Вот эти праздничные люди. Ну, в общем, такой чудесный день. Привет, Наташка. И вот пати продолжается. Это девичник, я понял. На самом деле. Вот это девичник здорового человека. То есть девичник больного человека — это когда девушки снимают сауну или идут в клуб, снимают ребят. И давай там шпили-вили, потому что завтра замуж. А вот нормальный девичник. Ну вот, и по-прежнему здесь много людей, по-прежнему солнце скрывается за этим, за облаком. Вот. Большой привет, друзья, я вам хочу передать из Риги. Встретил знакомого, несколько она в депрессии. Вот, то, что мы видим впереди, это памятник освободителям в Парке Победы. И вот еще, ну смотрите, ну замечательно же. Немножко темновато, наверное. Вот надо вот в эту сторону показывать. В общем, расцвели сакуры. Спасибо Японии. Чувствуем себя немножечко жителями страны восходящего солнца. Аригато! И все таки фоткают. Привет, Москва. Привет, Россия. Привет, Тель-Авив. Привет, Бишкек. Привет, Австралия. И все подписчики канала Дмитрий Март, уникальнейшие статьи. Как мы помним, у Дмитрия Марта, владельца этого канала, скопилось много-много подарков для вас, друзья. Будьте активны, пожалуйста, в комментариях, оставляйте сообщения. Вот. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам вечера.